Кабмин принял решение выделить миллиарды евро помощи, чтобы удержать тарифы на электроэнергию от увеличения. Информацию подтвердил министр экономики Германии Роберт Хабек. По его словам, из госбюджета выделят почти 13 миллиардов евро. Деньги пойдут на то, чтобы предотвратить рост платы для населения и промышленности за использование сетей передачи электроэнергии. Этот пункт в платежках должен оставаться на нынешнем уровне. Федеральный кабинет министров принял решение о единовременной выплате пенсионерам к Рождеству. До 15 декабря они получат разовую дотацию в размере 300 евро в качестве компенсации за высокие цены на электроэнергию. Право на получение пособия будет осуществляться только в том случае, если лицо проживает в Германии. Единовременная выплата производится автоматически кассами по выплате пенсий. К другим темам. С 22 ноября в Германии подорожают услуги ветеринара. Больше всего вырастут цены на осмотр кошки или собаки почти на 163%. Стоимость вакцинации достигнет 11,5 евро вместо нынешних 6 евро за укол. За срочную ветеринарную услугу во внерабочее время придется доплатить порядка 40 евро. Немецкая ассоциация защиты животных уже бьет тревогу. Зоозащитники опасаются, что подорожание вызовет массовый отказ от домашних питомцев, которые в итоге окажутся на улице или в приюте в лучшем случае. Между тем, большинство жителей Германии любят собак. Их содержат 20% немцев. Причем хозяевами чаще являются женщины, чем мужчины. Самые популярные породы собак в Германии – золотистый ретривер, лабрадоры, немецкие овчарки, джек-рассел-терьеры, ротвейлеры и миниатюрные таксы.